Всем привет! Как вы знаете, из моего прошлого видео у меня на севере Швейцарии сломалась машина. Кто еще не видел это видео, то ссылка в правом верхнем углу. И так как нас отвезли в гараж в город Винтертур, то, конечно же, я не могла проехать мимо такого очаровательного городка. Расположено на севере от Цюриха. Винтертур является вторым крупнейшим городом в кантоне Цюрих и шестым по численности населения в Швейцарии. Этот город представляет собой симбиоз искусства и финансового сектора. Винтертур известен огромным количеством музеев и галерей. Но так как мы попали сюда в воскресенье, то все они были закрыты. Также этот швейцарский город может похвастаться богатым культурным наследием, которое досталось ему от поколения меценатов. Поэтому мы отправились на прогулку по старинным улочкам Винтертура. И тут есть на что посмотреть. Всем приятного просмотра!